будешь нахуй тебе наблюдателя давать или нет? Здесь только два можно. Спартак и Еретник, у вас Сфинкс есть? А, ну не, ну... Ты не будешь играть, собака. Уже поставил? Угу. Конечно. Ну, Еретник, Еретник поставил. Хорошо. Давай я вам сейчас потом их позову, мы их вдвоем нахуй 15 пиздим. Да-да-да. Возьмете Гуглу с собой еще втроем, ебать, как раз. У нас два первых уровня. Нам надо, чтобы один был первый уровень. Ну я и говорю, Сфинкса возьмите, да? Горца 09, опасайтесь, парни. Как Веритника зовут? Или Веритника, как его назвать? Ты понимаешь, что там Виталий 810 года рождения, ебать? Он с 820 года играет в армату, у нас нахуй сейчас соло. У нас 11 человек, нас дохуя, алё. Нормально, у нас первый уровень один. У нас один первый уровень. Им похуй, блядь. А их сколько? А их 10. Так а сколько на сколько вы играете? 10 на 10. Да приколи их поиграть 15 на 15. Вообще не знаю, нужна ли здесь арта на этой карте на самом деле. Кошиц. Мы смотрим, как Лимон сейчас ебать сливает долбоебом, потому что его тупо не будут слушать, ебать. Сейчас я еще на арте буду бесполезным практически. Ребята, вам краткий курс на челленджерах надо рассказывать, как по танчике пробивать челленджера? Конечно. Да. Конечно. Интересно. Смотря что у них там против них. Не, ну леопарда-то в НЛД это понятно, а вот XM и XM фугасами можно бить прям в крышу. Лоб-лопом прям в крышу пробивать. У меня их нет, блядь. Класс. Зачем их возить, действительно? Ну и где тут написано, кто какой наблюдатель, ты, блядь? Ты еблан, ты слева, если подзаходишь в комнату слева, значит, я увидел, нахуй, не валай, не мешай парням играть, ебать. Пошли нахуй. Это, эти, как их, челленджеры... Все едьте туда, пятнарик один здесь, давай. Сфинкс чек и там. Один сфинкс центр нужен будет, аккуратней. Все. Вер, я на И поеду, на 6. А челики, вот тут здесь вот только ползите. Да, хотя не, вот так вот по центру. Не по центру, по H, через H7 челики едьте, которые вдалеке, туда на 8-ю линию. Сфинкс сам показать, ебать, где становиться светить. Да, второй пятнашки. Ты им не сможешь моргнуть. А мне что делать? Я могу следить за ними. А, следи, да. Вопрос другой, следи за... Дед, следи за сфинксом второй линии, если там никого не будет, говори ему, чтобы вперед ехал. Алло. Чё? Другой вопрос, а у них уконл есть? А я знаю. Ну, Веритник, по-моему, без уконла. Этот, Спартак, аккуратней, живи, я просто блайндом не вообще бить буду. Просто не умирай. Сейчас накроет. Жирные твари просто дали доступ поиграть, а мне нет, а зачем? Конечно, нам вообще нельзя, мы должны вообще играть там. Челики, светитесь на проезде? Нет. Значит, он уехал. Или не проехали, да, он и поехали по прямой, нахуй. Ну все, заебись у нас. Так, уедь к челикам. Челики, сейчас потихоньку рашьте вперед, пятнарики их держите. Кого, челиков? Поддерживать, я имею в виду. Ну я сказал, как дебил, короче, нормально. Не, Сфинкс непонятно, куда у них уехал, на самом деле. Стоят. Ты этот, Сфинкс, едь чуть дальше вперед. Ну чё, подавим? Да, в пятером едь. С пятнашки чуть позади них, ну там, возможность тоже вперед. Да они в анал встали, ебать, инфа нахуй, плюс 100-500. Ну сейчас арта будет скрывать анал, все. А где этот артагубель, ебаный? На челиках просто их найдите. По сути, это все, что вам надо, и там встаньте от башенок, бла-бла-бла, там дальше уже дело... Там уже дело за мной. Смотрите осторожно, ебать. Аккуратненько. Это нахуй животное тут. А Лимон на ПЗ, это на китайской херне? А нет, я на кентавре. Уходите, ебать. Артак, не очкуй, перекатывайся на ту сторону. Да я уже вижу, я уже хочу. Поджимайся. Урс, аккуратней. Так, ну да, куда-ка я... На горке стоят. Тут я не смогу лупануть. Вот это, не смогу лупануть. Один сфинкс точно стоит. Этот сфинкс, уходя, тут тебе там плохо будет. Пятнарик один, вот здесь упади на воду.
И свинг, со свинксом я вам помогу, надо на воде забирать пацана. Вода на воду. На тебя туда падает. Челленджера не рашьте. Не надо рашить. Кто там у нас? Макарон назад, тебя там убьют просто. Не надо. На воде свинксов убивайте. Я с вами. Бир разъебал его нахуй, быстро. Не разъебешь кикс-клана нахуй. Вот этот свинкс, вернись, нужен подсвет на этого пацана. Бир пока. Хули пока-то. Второй свинкс тоже к нему. Спартак туда. Теку аккуратней подсейвливай, и Бир тоже там. Вы вчетвером играете. Да все, окружайте их и пиздите. Окружаем, да. У вас, блядь, задание вот этого БК убить и все. О, ща я коллапсу ебану. На, блядь, мимо нахуй. Ща будем напрягать немножко. Пять ними ходу сломали, да еб мать. Коллапс, чё там? Нормально? Дер, аккуратно, там каш 21 стоит. Пожалуйста. К-21 целый. Свинкс на центре, вдвоем его нахуй. Снаряды исчезают. А, блядь, там и второй. А чё у вас это? Пятнарики, вы свинксов-то о, будете хорошо помогать? Минусите Виталю, блядь. Виталя долбоёб. Это ж 810 года рождения, блядь, мальчик. Спартак, давай, во, хорош. Он нахуй пол боекомплекта по пизде. Слышь, чё его поджимает, да? Да. Теку. До свидания, блядь. Светите арточки. Теку, подожди. Заедь нахуй с отсюда челика убить. Да. Объедь. Так, сейчас сведусь. А, не надо, там до свинца. Блять, это арти лор выиграть. Успейте свинцы убить. Они смотрят жопой, свинцы выезжайте, челика вот этого разъебывайте, он жопой к вам стоит. Только вдвоем нахуй, сразу так не ломитесь, скоперируйте. Фуловый челленджер, едь первым. А уже не фуловый. К-21 сразу убивайте. Сразу. А теперь челик попадание в касс. Все, отошли, приняли. Грынь! Кому тут лупануть? Он сейчас будет выкатываться. А, блядь, на 900. А поднимайся, Бир, они его загрели, челика. Он опять не туда развернулся. Опять выходите, убивайте его. Сейчас я ему лупану. А, бля, жри. Все, выкатывайся, забирайся. Две соточки всего, но я все же попал. Все, иди, блядь. Я же говорю, они нахуй вообще никакие, ебать. Тут нахуй без нас, ебать, вы бы их раскатали. Да. Арта, если честно, тут что-то как-то юзлес. Нахуй нам надо на этой карте? Они все за домами стоят, блядь, за буграми. Согласен. Не для этой карты арта. Хотя ты второе место по урону занял. Я понял. Шо, серьезно? Нормально. Шо, профсоюз нахуй? Они еще не сдались, блядь. Ну, Виталя вот этот жесткий, я так посмотрел на него, надо его в первый состав, наверное, забрать в тиму, блядь. Бать, он ебашит, нахуй, я тебе серьезно говорю. Давайте немножко другой сетап. 640-е и тайпы у всех есть? Да. Берите, да. 5-5-5-40-е или и тайпы, неважно. Дед, Вера, может, вы к нам с гуглом спустим? А? Попробуем на быстреньком сетапе. Да я им подсказываю, ебать. Нет, а что остальное брать? Что остальное? Сейчас, подожди. Да, остальное то же самое. Карта Мастар? В смысле? А, окей. Если меняем, то. Две катки на карте. Что он нахуй несет? Да не, забей, о, хер с ним, поменяем. Че тогда я возьму сейчас? Сейчас поменяем карту. Ща. Так, здесь я все-таки опять возьму арту. Возьмите еще одного кентавра. Кто-нибудь. Нам нужен будет еще 2Т15. Вилка К21. Хотя не надо. Да нахуй надо это. Да, согласен. Объектов берите. Или арматы. Просто тайп от башни будет птуры очень сильно жрать. Тайпа брать второго. Не-не-не, он очень картонный. Либо армату, либо эту, объекта. Стало? Легче, блядь, объекта взять вместо тайпа, не? Да, не, просто я говорю, почему тайпов не надо, их патурами просто вынесу. Да не надо нахуй, они, блядь, рандомные нахуй. Не, на мастаре тайпы-то вообще не очень.
Так, а вторая арта у нас будет? Вторую арту кто-нибудь возьмите. Если я сяду, то им пизда, ебать. Я профессиональный артиллерист. Так, я дон, отлично. У нас должно быть 5 УБТ. Два объекта есть. Две арматы, три арматы есть. Того уже у нас 7 танков. Так, Сфинкс 8. Заблокируйте комнату-то, блядь. Что они заходят-то все сюда? Сейчас. Да это ихние бойцы, ебать, ты что, знаешь? Да нахуй они нужны, блядь. Данил, нахуй, да хуища единицы, ебать. Тоже это... Знаменитый киллер, ебать. Сфинкса еще одного возьмите. У нас два. У нас два? Да, Спартак и я, возьмите. У нас два. Тогда вместо Петарика вилку. Бля, Лимон, кикни тот дебил, который глаз себе по центру построил. Ща, я просто у него глаз отберу и все. Да, блядь, просто заблочите нахуй комнату, да и хуй. Так. У нас опять столько же везло. Так, сфинксов два. Вилка одна, это три. Девочка обиделась? Два, три, четыре. По имени Верус. Я не знаю. А, все нормально. Ты идешь к нам ебать свети или нет? А 152 да есть такого? Я подсказываю сверху, чтоб они не тупили, нет, блядь. Нету? Даже у этих есть, блядь. Ну, блин. Задумайте тему. Вот кто топ-альянс. Да, блядь. Берго к ним, нахуй. Не, ну на этой карте челленджера это мясо, зря они их берут. Данил, ебать, много единиц. И Абрамса тоже. Как Абрамса командир, тоже. А Лимон? Кто? Вот на арте, блядь. Кортес. Кортес. Оксану Руденко посади, дебил, блядь. Зачем? Сводка, нахуй, ебать, как бы вся. Да забей, я ради альфы играю. Ты рахит ебаный, ты фугасами стреляешь. Какая нахуй альфы ты играешь, блядь? Вам вообще надо это, блядь, садить. Ну, пусть у тебя кадеб, нахуй, ДПМ будет, ебать. Да Сабрину, по-моему, вообще, блядь. Ради критов? Да забей, дай так попробовать, отстань. Дед, не бей, все. Я не хочу думать сейчас командиры там менять и так далее, забей. А чё они арту не берут? Да что по сфинксы отпиздили, сука. А там нет, скорее всего, ни у кого. Так сфинкс это ваншот, ёбаю. Если я в него попаду, это все, это минус танк. Пойди, блядь, по нему. Ой, там ничего сложного. Тем более, забей. Про профессионал вещает, блядь. Да. В каждом бою, блядь, сфинкса. 4 сфинкса, блядь. На, статисты. Ебать, в принципе, как в рандоме. Только их обычно 8. А чё у них 6 УБТ, я не понял? Не считай сложно. Уж им похуй. Отлично твою клавиатуру слушай. Механика, ебать. Ты давай рассказывай, куда чё ехать. Куда чё ехать? Одна сфинкса сюда, одна сфинкса у нас сюда. Хотя нет, сюда не надо. Хотя можно только аккуратнее. Спартак, да нет, еще поедешь? Ебать, их снесут там нахуй. Снесут? Конечно. Спартак, чё куда? Объекты, одна армата сюда едьте. А позади не, армата чуть позади них. Все туда, на зеленку. Сфинкс нужен подсвет по центру. Через этот проезд. Вилка, встань тут вот на горе. Да, конечно. Арта, останься здесь на респе, я на другую, Антон тут берет, тут берет. Вот сюда сейчас зацелить надо на артах. Я, наверное, не успею. Спартак с горочки стой, подсвети, понял? Которая слева вот. Только так, больше вправо, да. Вот так, правее чуть бери, из куста выезжай прям вот. Ты ебать не там под городом кто-то разлетелся. Под городом? Меня еще. Они баналки стоят. Опс. Что-то я забыл, что у меня не поворачивает прицел на 180. Чуть, наверное, по-своему не попал сейчас. Да, баналки стоят, ясно. Их можно арту не пиздить. Будут делать? Это же АМГ, блядь, алло. Ебать, 4 сфинкса у них, блядь. Баналки, блядь. То, что надо для анала. У них разработано. На, не 3-15. Вот этих работаете, артошлюпочки. Они просто стоят на изи, блять, их только и пиздит. А по-хорошему, блять, свинцы кидайте просто медленно, блядь, и расхуярят их. Я
Работаешь? Ну, попадайте, сука. Я попал промну ровным в башню, ему урон не нанесся. Пытаюсь финкс отработать. Вот сюда обратите внимание, ебать, если шо. Я тебя нас съебывать нахуй. Я маленько еще подсвечу, но это все. О, БТ, это вернитесь назад. Бля, ебать, трое я назад вернитесь. Ворвались, короче, теку, ебать. Минус теку. Все нормально. На 250. Виталю убейте, 810 года рождения, блядь. Денчик, справишься? Все лучше. Нет. Нормально. Живёшь. Блять, нахуй уважай стариков, слышишь, он тебя нахуй. Свинкс, вернись назад. У БТ вернитесь назад, алё. Вот, либо рашьте там, либо просто рашьте всей команды. Я уже рашьте. Я уже в следующий лет. Блять. Не успел. Знаете, он проехал без остановки. Блять, вы... мы, короче, здесь. Дон, нам прятаться блять надо. У БТ он. Алё. А нахуй ты их так растянул, по сути? Я говорю, либо рашьте, либо назад. Ты определи, чем делать. Нахуй ты говоришь, что и то, блядь. Всё. Это ж не мы, ты же дебил, блядь. Да, нахуй согласен. Говори прям точно, что делать, блядь. Рашьте или то, сейчас, блядь. Подумаю. Ну да, половина рашь, половина назад едет. Говори конкретно команды, ебать. Чё ты хочешь от них, нахуй? Так. Убивайте, блядь. Свинксов, ебать. Свинксов. Ну пиздец, сейчас на Спартака ворвутся, нахуй, ебать. Чё они едут? Чё он едет просто посредине, блядь, поля, нахуй? У него даже тычка не прилетает. Одна у БТ-х вот здесь останется, эти, блядь, вас сзади обойдут. Убивайте их, блядь. Вы, блядь, свинцов убьете? По челленджеру кто-нибудь стрелять может? Пиздец, вас там стоит куча, нахуй, дайте тычку, блядь, на перекатке. Смотри осторожно, Спартак, тебе внизу, блядь, челленджер едет. Я в ахуе, конечно, пропустить челленджера просто. Ну, ты что? Свинкс сюда проедет. Вон там уже и вахуй зашел. Че добью? Бля, Спартак живи. Не добил, 100 хп ему снял. Спартак, не ломись. Да, живи. Поэтому челику стрелять не могу. Все. Тебе по сути вот сюда просто горочки надо вот там за. А, не, уже ты не заедешь. Вот этих подсвечивайте. И меня контрите, потому что сфинкса могут ворваться. Там вот закатываются, ебать, ля, смотри. Отлично. Ты, вот ты. Иди сюда, к сфинксу едь. Ко мне свинкс едет. Ребят, ко мне свинкс едет. Да он не проедет, ебать их. Не проедет? Бля, Спартак, уйди же. Надеюсь, что не проедет. Да, вот сейчас... этих двоих вы сейчас отрезали, ебать. Пиздец, ебать, нихуя. Я надеюсь, что у вас не ломанутся. Все, убивай его. Вдвоем челленджера фокусите. Не выкатывайся, Спартак, не надо. Все, просто разбирает башню его стоит. Блять, добивайте шотных, ебаный в рот, Сережа. О, Илюха. Все, развернулись все нахуй, сюда поехали, всей, блядь, Тимой. Назад, сзади шотный, сам, блядь, ебать у тебя ник. Шотному добивай. Все, блядь, разворачивайся и еби эту шлюху. Ты, сука, своего не попытки. Я видел перелет. Ой, попал. Ты забивай хуй и прокатывайся сюда. Направо, да. Без ремки все, сука, пизда. Забей хуй на 152-ю и кати. Я понял, короче. Вдвоем остались. Я шотный на тычку кинул и проехал мимо. No comments, ебать. No comments, согласен. Ну шо, тащи, блядь, гибрид ебаный. Давай, иду я тебе тащу. Взяла, блядь, две арты, ебанько, блядь. Что, сосад хват? АМГ шо. Виталя вытащил 810 года рождения, блядь. Хуя у тебя снаряды летают.
Там больше упреждения бери, блядь. Они в тебя еще и попасть не могут. Я в ахуе, ебать, как можно не слить нам? Бля, не стрельба, блядь, топовая. Лимон. Ебать, ты в натуре артиллерист, ты же. Да, ну не попадает, там ты видел какой разброс? Сука, лимон, блядь. Как это не выпадает? Как это добавь, как турами не выпадает? Ёбаный сарай, нахуй. Ты один хрен, я в топе по урону. Посад вход. Эта карта слишком сложная для меня и вас. Ну да. Вы либо рашьте, либо назад едете. Да. Половина рашь, половина назад едете. Бать, у них гибрилоиды ебаные по шестично били, я понял. Интересно. Че, на чем? Ты нахуй, сейчас, нахуй ты вот растягиваешь их? Ты дебил, я уже все, забей. Меня. Забей, я дебил. Ты дебил? Всё, проехали. Ты зачем растягиваешь их, блядь? Вот объясни мне. В надежде на лучшее. Ту, блядь. Нахуй ты берёшь армат, ебать. Вот нахуй ты берешь армат. Ну, надо. Что надо? Для чего? Чтоб они отсосали, ебать? Сбугойся, я тебя понял. Сбугойся. Что? Кто что говорит, алло? Хуи в кило. Алло, не тяни пизду за клитор. Здоровался. Привет. Привет. 5 челиков, 3 барбариса и 2 сфинкс. Речь. Нихуя себе капитан, слышь, я. Я бери. Еще раз, что? Барбариса, бери, блядь. Окей, я сфинкс, значит, создам. Мы тут в прямом эфире сосем, слышь? Почему в прямом? Сколько уже соседей? Хват. Веритник, нажми готов. Спасибо. Окей, я свинкс, значит, создан. Пухасы есть у всех начальник? Уже БФС? Хотя бы 10 БФС подложить. Я стрим, зайди, вон Саша там стрим. Да есть БФС. Хотя бы десяточек. 15 штук. Где он стримит? О, кого, блядь? В чате. Кто стримит? А, в чате. Зло. Лимон, комнату открой. Че? Все на потоке, пиздец. Пойду я, короче, конфетку возьму, ебать. Зло, сделай меня потише. Бля, громкий. Ты ж командир, надо тебя громче. Слышишь, этот, пожалуйста, зайди вот сейчас прямо на стриме, внутри игровой магазин, посмотри, там продается Expedition с тремя отметками на стволе. Заебал, я сейчас сам зайду. Все? Бля, он не знает, где эта кнопка находится. Сейчас он найдет ее. Какую кнопку? У меня, кстати, не открывается магазин. Я вас боюсь, что? Мне съебать надо. Ты что, гонишь? Да. Заебал, блядь. Что, пидор? Да. Долбоеб? Да. Не важно, что вы спросите, отвечу, да. Бир. Что? Ну, на семерках, значит, ты попалевишь. А, 10 раз. Бир, а мне нравится, кстати. Идейка, заебись. Ты посмотрел, Дарк, есть на что-нибудь? А у меня не открывается. Бир, гол тактику, го по центру, нахуй. По полю, блядь. Хорошем поле. 4-15, блядь. Ну, сами нормально. Сами нарвались. Думаете, они будут челленджеров пробивать? Дед будет сидеть глазиком поливить, нахуй. Уебал он сейчас устроит. О,
Валянцы, Кики, ты чё? Мне нравится, мне даже захотелось с вами видео поговорить. Так, товарищи челленджеры, короче. А, точно, Google. Здесь вот Russian, просто Russian, просто убиваем Russian, да? Три пятнарика за ними аккуратненько. Челики проезжают сначала, чекают, если там внизу пацаны есть, то пятнарики их фокус. Если там никого нет, то едете прямо и убиваете все живое. Сфинкс один едет сюда, чекает центр. И все. Я с ними поеду. Так, блядь, не мешайте друг другу. И шотный вперед не лезьте. Только прежде чем рашить, вы сначала соберитесь здесь за углом, потом уж едьте. Да, ну, вы всех замутили или не молчат? Они просто молчат. Представляешь? Нормально, пиздатая Тима. Лядь скрина, ебать. Не то, что там говорит. Толку-то от того, что они молчат, это вообще никакой. Так а что говорить-то, блядь? Неправда. Блядь, вот именно что он надо... Он команды блядь. Катается, делает что хочет, так, никто не говорит, кто куда едет. Кто-то там без света стоит, или кого-то в фокусе, чё-чё. Да. Ну это понятно, по делу, они в начале боя, ебать, молчат. Они вообще молчат. Чё нахуй, молчанка, пиздец. Ну, стесняются, ебать. Вот там стесняются. Он горханатор, так нормальный. Так 15, куда вперед поехал? Встаю. До места просто доедет и всё, а потом... Сказал вперед, пиздуй нахуй. Не сразу же. Сфинкс, уходи, Сфинкс, уходи оттуда. Челик, едьте вперед. Челик, едьте туда вперед. Давай, челики, давай вместе, ебать. Фокус, ебать. Дымы, нахуй. Дымы по очереди. Коробки рубишь. Все вместе, фокус, блядь. Вот этот пацан, убить его, нахуй. Голову отрежь. Во, мясо, ебать. Блядь, внизу стоят. Давай фокус, блядь. У них внизу много, убивайте верхних. Челики, чё вы... Едьте на них! Да едьте вы вперед, чё вы тормозите? Не бойтесь. Спартак, там вся команда, нас с тобой убьют, если мы поедем. Что там, убейте, блядь! Спартак, а куда ты поехал? Ебать, Сталин. Бля, один едет, все стоят, вы гоните вперед с ловой, нахуй. Просто по фокусу ебашьте собак, нахуй. Бля, бартов не берете. Чё, Кона Абрам? Блять, кто мне в жопу? Я. Давай, блять, помогите, блять. О, вот пацана нахуй. ПК мне нахуй. А нехуй ехать на в жопу птуру, нормально, блять. А нехуй ехать на птуру, пускай. Я, блядь, и топ ТП нахуй, сбоку, блядь. Стример не дал. Как дела, нахуй? Стройки, блядь. Как дела, блядь? Дизлайк. Маска, нахуй, привет, блядь. Вот так бы в рандоме было бы, ебать. Вперёд, да порывай. Вот этот синдром рандома, даже, видишь, сидим все вместе, и то, ебать. Вот этот синдром рандома, ебать. То, что боишься вперед ехать, ты же знаешь, что сзади, ебать, 10 долбоёбов, которые никуда не поедут. Абрамса справа добей. Бир, я тебя молю, блядь. Бир, я тебя молю, блядь. Чё? Без задержки, вы там убили его уже, да? Вы его убьете? Или вы за ним будете кататься теперь? Пирс не отзвал, блядь. Я тупо мясом задавил. Ладно, все, ребят, я ушел. Всем здорово. Привет. Чё за собрание у вас? Ты не хай. Тебя обсуждаем. По катушке, ёпт. Тебя как-то обсуждаем. Тебя обсуждаем, его. Да, я уж понял. Google. Да. Зайди. Сейчас, пожалуйста. Если боевую чекнуть. Да, зайди. Ну, блядь, зайди в три боя, отыграй на семерках, плиз. Только не можешь не играть, поставь себе единичку, тебя убьют на начале боя. И просто ты сам 10 на 10, что ли? Да. Изи 8 тысяч. Ты охуенен, Лимон. Три боя осталось. Изи 8 тысяч. Пацанам хватает. Я ушел. Сейчас надо патч скачать. Удачи. Ты долбоёб. В смысле? Нахуй ты распустил тренировочный? Ой. Сорян. Ебаный ты долбоёб. Сорян. Напишите им, что я даун. Вот. Ай, блядь. Всё, я ушел. Охуенно, блядь, делаешь. Сорян, ну я забыл, что надо передать сначала, а потом выходить. Нахуй. Мудло ебаное, нахуй. Всё, ушёл отсюда. Тебе, ебать, видно не было его. Пиздец, создавайте, чё, блядь. А, Саша, напиши гомофобам, что ебать. Я создам, ебать, если меня не стоит, создаст. Покинуть комнату. Так, а семерки. А меня не покидает комнату, представляете? Не закрывается нихуя. Оно тоже, да, да, блядь. Все, ты зависит в этой комнате. Охуенно. Охуенно лимон, ебать? Надо его в рот выебать.
хуеплет ебаный, я ему роль на месяц поставить. Хуеплет ебаный. Мне кажется, его в будку, блядь, надо. Как считаешь, Дарк? Конечно. На неделю, блядь. Играйте в этот мир лезем в ныку. Ребята, если вы нажимаете на эту хуйню, Alt F4, он потом нажимает зайти заново, он пишет сервис авторизации недоступен, пожалуйста, повторите попытку авторизации. Какая же хуйня, заебался, что за хуйня, блядь? Ой, бля. Хуя, как вы второй бой слили? Да, это лимон там ебать. У меня до сих пор на баг конченый, курсор выше находится, чем в самом. Он всякую хуйню делает, ты что, блядь? Ну да, походу все. Ебаный лимон, пидор. Всю хуйню обломал. А все, поиграли? Да-да. Блядь, я зашел на гость. Они создали. Так а еще зайти надо, ебать, она не заходит. Я еще чуть сбил, пиздец. Скай ждет. Запускай игру, слышишь? Да, блядь. Так перезапустили, он не заходит, ебать, все равно. Сейчас. Вот авторизация, ебать, пиздец. Я зашел. Сломали одной тренировкой, ебать. Что, пацаны, крупным боям готовитесь? Ты просто хуйни страдать, заебал, нахуй. Да, конечно. Крупным боям, ебать. Да, там нахуй написано. Выбираем кандидата, ебать, в турнирную команду, в первое место тебя, нахуй. Да, я, вон Виталий 18-10, который дед сказал. Его натуре забирать. Хуй его, нахуй, в баян, а? Там сразу, блядь. Дед ушел, да? Да, здесь вроде бы. Конфетки жрет. Да ушел он бы, пиздец. Раунд-даун. А чё, Апрель 87 чина единственный, что всё, что нихуя не надо, я схожу, ебать. По грани-то вообще, да? На смертах? А кто командует? Да. Витя, ты сзади ходишь? А, так вы создали, нет? Да, там. Да, как в тренировочную комнату зайди? АМГ, бля. Алло. Штаб, заходишь, там-то не лимону, ебать, будку создавай, ебать, долбоёб взял, ушел, и тренировку распустил, ебать. Нахуя? Так что он долбоёб, блядь, он вышел и тренировку распустил, ебать. Стандартный бой столкновения, где тут тренировочная комната, блядь, что не намудили? Вот, заходишь в штаб, и слева заходишь, открыть. Он тебе открывается тренировочной комнаты. Так вы сыграли еще как-то? Ну, последнюю сейчас они заехали. А, вот, на карте, что ли, написано? Да, слева на карте зелененькая хуйня. Пиздец, открыть, ёб твою мать, вот это технология. Чё, ну ты дебил? Слава. Гугл, ты катать будешь или единичкой? Не, я буду единичкой. Ну, значит, надо, ребят, зайдите ещё. Чё, снял? Сейчас шо, я же надо. Погоди, не надо, не пускай максимально кто это. Давай я зайду. Че, сам перейди, по соседям глаз. Тихо, что ты орёшь, нахуй? Хуй ты тупишь. Всё. Гугл единичка. Я смотрю, что дебил, нахуй, ко мне. Сейчас, я, блядь, пока пролистаю здесь. Раз, два, три. Батя не табры набрали, пидорас. Хайшу. Равиль, заходи. Кто ещё, ребят, заходите там. Только, блядь, это, Остин, в Колы, не надо никого, нахуй. Съебитесь. Всё, я съебался. А что, на лаву? Ну, погоди, далеко не уходи, вообще. Какая нахуй Алла, он ебанулся? Ну он ебан, напиши ему. Не? Ну ты, да. Че из семерок брать? Ты хозяин карнавала, ебать. Так как что, что по технике, да, алё? Да. А можно вот это вот, ебать, кто глазик тебе поставил? Можешь взять себе глазик снять, ебать, ебаный в рот? Я себе поставлю глазик. Как так получилось? Я не понял, почему у тебя глазик? Ебай, на себя нажми, просто сними его. Можешь? Можно. Правую кнопку нажми на себя. Ура. Ебай, Гугл, единичку поставь, они не будут видеть, что ты мигаешь, если у тебя будет глазик стоять. Единичку поставить? Да, что тебя убили, а иначе они не будут видеть, что ты куда мигаешь. А, кстати, Данил 111, ему глаз надо брать. А, ебать, конченые. Меняю, шок, ебать, вы тут там по пиздец. Нахуй вы дали этим животным создать комнату, блядь, изначально. Это Вера, о, Вера, съебать, лимон ебаный. Он хоть что-то сказал, этот жирный буйвол, блядь? Нахуй его туда не дает. Нахуя себе тут, вон оповещение, ты шо, все серьезно?
Он не шот какой-то, короче, пишет, не хуй за третий, ебануться. Блядь, Google, поставь единичку, заебал. Так я поставил первый уровень. Вот сейчас стоит глазик на тебе. Ну. Глаз убери себе. Глаз убери себе. Ты долбоёб, нажми, блядь, правой кнопкой на себя глаз убери себе. И поставь себе просто танк первого уровня. А, понял, слава богу. Хайди. Данил один не имеет. Нет, это не 108, мне больше нравится. Денис, ты поставь себе глаз. Да, я поставил. Так, у вас хватает людей? Раз, раз, два, три. Че берем? 5, 6, 7, 8, 9. 29 это. Саш, поставь санкции. Злой. Что, а шо, какая карта вообще? Шо вы понабрали всякой хуйни? Да вон он дебил, тупит. Говори, да уберите нахуй, готов, ебать. Он а какая говорит, карта вообще будет? Алло. Сейчас, ебать. Выбирай карту. Ты выбираешь. Говори карту, я напишу. Все. Давай говори, я поставлю, он мне передал эту хуйню, ебать. Порт. Все. 10 минут, ебать, здесь все дефолтно у них стоит, ебать, пидора. Дарк, убери у Данила глаз. Я все сейчас уберу. Видите, короче, сейчас. 4 сабры. 4 сабры, 3 восьмидесятки и 3 вобла. Порт Антонио, где эта хуйня? Панамский канал, ебать, Порт Антонио. И варика, вместо одной вобла варика возьмите. 2 вобла и 2 варика. 5 УБТ, что ты не... 2,80, надо 6, минимум 80. 5 УБТ, короче. Надо, чтобы 5 УБТ по-любому было, ведь остальное делай, что хочешь. В смысле? 5 УБТ... Максимум 5 УБТ, максимум 5 УБТ. А, ну тогда возьмите 3 этих... 3 сабры и 2,80. Потом 2 воблы, варьера. А сабры у меня нету. Серёж, 3 сабры у тебя есть. Есть сабры. Блядь, и что еще взять-то? Просто на 7 уровне, блядь. Сколько вобл надо? 2. И варик. Блядь, уже есть. Сейчас я забыл, блядь, что там на 7 уровне еще есть. Не, объект есть. Но у меня сабра нету, поэтому хуй. Какой нахуй объект? Это же ОБТ. Да. А чё, блядь, чё там? А что еще на 7 уровне брать? Вы что, ебанули? Мм, может, какой-нибудь 142. А чё все молчат? Вы что, не можете сказать, что у вас нету, блядь, сабр? Я сказал, у меня нет сабра. Да нету, нету сабр. Мне 2 сабры всего надо, больше не того. У нас 6 тяжей, блядь, 6 тяжей у нас. Одного надо кинуть. Саша, 6 тяжей, нахуй вы нажимаете готов? Я сказал, 3 восьмидесятки, 2 сабры. У кого есть сабра вторая? Стас, у тебя есть сабра? Стас. А есть тогда в 62 тысячи, блядь? Сука, Саша, ты Стас? Да Саша, блядь, нахуй мен. Стас, у тебя есть 80 это сабра? Нету денег. Я понял. Что-то за поросенки, пиздец. Ставь, давай, заебал, все, Витя, ставь с того, что есть, нахуй, играй как есть, думай. Так, блядь, я не знаю. Где варьер, бля, кто взял, Спатак Петсиньон взял. Цингре нахуй уберите, тогда возьмите 4 вобла и варик одно. И 3 восьмидесятки, сабру. И есть у кого-то 62 тысячи хотя бы, нет? Есть, есть, ебать, нахуй. Аннигилятор 2000, блядь, нахуй. Ебать, имбу вот, выпустили. Веретник на чем, блядь, убирай его тоже. Бля, веретник. Да, воблы возьми, да. Так, что у нас теперь получается? 4 воблы, варьер, 3 восьмидесятки, сабра. И мы сейчас поехали, камон. Ну все, поехали. Следующую катку, Стас, не уходи, следующую катку, это Саша единичку поставит. Ребят, заходите, если кто хотите, я поменяю сейчас. Там 2 катки осталось после этого. Кто хотите, заходите. Да, кто хочет поиграть, можете меня подменить. Сейчас как порт Гандонио, что ли? Я не знаю, он попросил Гандонио, я поставил. А тут нормально вообще себя чувствовать будет в облы? Что-то хуй знает. Спроси у нее.
короче, ляшу сейчас мы сделаем. Одна в облачко, вот здесь вот, короче, есть горочка, блядь, вот здесь вот. Одна в область остается на ней, просвечивает наш рез. Все остальные три в область свариваем, вот здесь вот в С0 зажмитесь там. Короче, вообще не высовывайтесь, да, туда на берег встаньте в низину, чтобы вообще не было видно. 80-ки летят сюда на балкончик за маяк, а М62000 сабры от башни прикрывают 80-ки. Я остаюсь на респе. А я топиться. Ебать, не ступите, не останьтесь втроем на респе, ебать. Он же сказал, что он остается. А, блядь, я забыл, а 80-ки у вас которые есть? Есть. А много? 8. А у... ты один здесь на 80-ке? Нет, 16. Ебать, Туровод. Ну, а у третьего сколько у тебя Туров? Да третий Сашка, блядь. Саша нормально, нахуй, себя чувствует. Корона. Саша на боксах ебашит. Нахуй, Саша, эти Туры, блядь. Это нахуй. Мышкой для дергать, все сильно, сильно много надо мышкой дергать, ну нахуй, блядь. Блядь, где в область стоит там, я смотрю, это... Хули они этого светляка пустили? И что это делает, это животное, блядь? Слышишь, ты на вобле по ебанутому стал? Едь, короче, направо, Бир, слышишь? Едь направо, поворачивай. У них одна вобла вот тут стоит. Не налево, а направо. Сюда? Конченые пидорасы. Да, немножечко еще правее, весь, немножечко совсем. И какого сюда, хуя они взяли? Ебать, вот, вот, видишь, вот этот камешек вот стоит перед тобой. А, понял. Вот на нем встань, пожалуйста. От головы, короче, да, чтобы быстренько челик съебаться. Пошел. Вот, все, ты свою задачу выполнил, приготовься сейчас отсюда убегать. Ебать, они, конечно, нереально. Проедь вперед, чтобы не получить урон. Все, ну, все, едь вперед, вот к этому склону подъедь. О, молодец, молодец. Дай от кустика пару турчиков, слышишь? Если можешь. Сложно. Вот эти вот, если можете, переведитесь немного вперед в кустик. Воблу убить, воблу. Казнить нахуй ее. Варик, за ней упал. Ебать, вас там нахуй целая, блядь, департамент стоит. Варик, едь туда. 80-ка на вас. Ебать, ни разу не попали. Да разорвали нахуй эту 80-ку. М60 спрячься, у тебя корпус нахуй дырявый. Может, это почему? Арзи. Азрае, во, убили, все. Его пока договорил, ебать. Катка закончилась, ебать. Я вот такие надо ники делать, я тебе говорю, когда против команды выиграешь, как он типа вот этих ОРЛ, петухов вам ебать. Вам надо ники вот такую хуйню менять, ебать, чтобы они хуевали, читать. Ты сабра этот, не получайте пиздюлей. Кройте вобл, вобл, спрячьтесь нахуй, подпустите на максимальную дистанцию. Две воблы, пожалуйста, съебитесь оттуда. Обходите их, закатывайтесь на остров. Бир, короче, шотный. И вот зло поехал. Только не получайте. А те прям спрячьтесь там, кроти, пускай они выкатываются, блядь, вас УБТ кроют. Нахуй все съебываются оттуда. И поехали куда-то все, ебать. А почему? Они не слышат, им похуй. Где наш Варио? На острове. Я же Варвару сказал, нахуй, крыс. А вы знаете, что вот эта вобла сейчас убивает вот эту воблу, блядь? Может быть, кто-то упадет, кто убьет ее, нахуй? Кто у нас на Варвале? Я. Он Спатак Пятенер, он уже умер. Ну, короче, твоя задача была не ехать хуй знает куда, а просто стоять и контрить вот этот вот заезд на воблочке. Слава Украине. Свет давал, парень, надо было убирать его. Ебать, Серега там, ебать, прессингует. Вот нахуй. Эти вот воблы стоят, нахуй. Серега, держись, ебать. Серега, живи, сука. Вот эти вот, пожалуйста, соберитесь, да. Три воблы. Вот здесь вот прочекайте вот этот побережье, убейте, да, вот этих вот воблы. Вот шот. Воблы соберитесь, убейте там, воблы вместе. Потом поехали. Саня, выйди просто. Заедьте на наш рез, выявите эту сабру. Вместе, воблы. Быстро кто-то упоролся, Масяська, Макрон, давай упарывайся на угол. Давай. Ебать, я понял, нахуй. Стойте, а где кентавр еще не светился к 100? Осторожно, наш респ займите и бейте, напрягайте вот эту вот воблу. Сяська, если можешь им помочь. Сяська, да не летите вперед, хуярит вперед, блядь. Саша похуй, Саша без птуров, блядь. За родину, ебать, хуярит. Саша трезвый. Все правильно он делает, молодец. Тогда то два дауна, чтобы его развести на две стороны, зачем ты кинули дымы, блядь. Давай аккуратненько на вобле, аккуратненько. Все, Саша приехал, блядь. Там кентавр ебаный.
А ты что, серьезно? А он, ты думаешь, просто так нахуй всю катку не светил? Почему у меня сразу две аптечки, сука, заюзали? Сашу еще и никто не кроет. Саша поехал. О, красиво выебли эту самочку, казнили. Вот, веретник, стреляй по ней, пожалуйста, тоже. Ай, молодец, умница, нахуй. Слава Украине. Все, вот эти два челленджера, осторожно, слышь, осторожно подъехали. Бир, подсвети два челика, может, они вернулись. Если они нет, то вы... вдвоем, один останься, блядь, прикрывай. Ну вот от этой горки подъедете, да, черкни от головы, нахуй. Веретник, не едь ты за ним, один светит, блядь. Вир, вот под этим склоном, да, черкни рентгеном засвети. Все, блядь. Все, стоят. От третьего уходите, лица... Уходите, уходите, он сюда ползет. Там уже Сингрей выехал с облака, скорее всего. Вон, уже уходите, там же видно, да, челики поехали за вами. Можете отстрелять оттуда вот эта хуета, которая с этой маяки? Вот тут 100 хпшный лох стоит, ебать. Все. Теперь на две стороны разводите его. Бир и веретник. Санктус Доминус. Заходите, пожалуйста, на балкончик, ебать. Ты там будешь контрить сразу с два заезда, и ты будешь там неуязвим стоять. А хотя ты уже никак не заешь от себя дымов. Светит. Откатись назад. Я откидал. Да не лезь тогда. У тебя есть дым? Слышишь, у тебя есть дым? КД. Веретник отсюда выйдет. Откатись назад, пожалуйста. Бир подсвети. Бир подсвети. Съебать, откатись назад. Да ладно, блядь. Откатись назад и закатись за маяк. Выходи, за маяк. Стреляй, выходи. Кинь дым, стреляй. Сколько еще КД дымов? Скажи, пожалуйста. 15. Ай, все, молодец, нахуй, закатись. О, они уж все, нахуй. Да, молодец, закатывайся, нахуй. Кидаешь дымы, закатывайся на балкончик. И кроешь респ, короче. Не кроешь респ, а вражеский респ. Сейчас будет там свет постреливать. Воду забрать? Да, конечно, отрезать голову, нахуй. Аннигилятор 2000, убить, нахуй. Поехали. Ля вы такие фановые вечера устраиваете, ебать, ждут. Ну, так вот там будешь посерьезнее. Джасон Ворхес, нахуй ты так лезешь? Тоже от головы встань, нахуй, ты картонный, тебе каждая пушка ебут. От головы, да, тут встань. Кент на три тура. Вот левее от тебя, вот, да, вот здесь вот от холмика от головы встань. Я не на серьезе говорил. Ты тупо, нахуй, будешь Чак Норрисом, блядь. Да, тупо, нахуй, два американских флага по бокам, слава, блядь. Ну не Чак Норрисом, но Микки Рургом минимум, блядь. Ты не Чак Норрис, ты Джасон Ворхес, ебать. Джетли, пойди туда. Так, слышишь ты, блядь, борода нахуй. Ты такой Джасон Ворхес. Ты можешь просто говорить хомпати, окей? Кому это? Что? Это я тебе говорю. Говори просто хомпати. Аннигилил, пошел вперед. Давай, не бойся, нахуй. Все хорошо. Уперед до перемоги. Или Google, блядь. Хуя себе. Ну нормально, нахуй. Слава VR, мне. Короче, Viagra, нахуй, нахуярил опять фраг. Дадим тебе бонус коник на 100 голды. Шторма 152 мм дайте. Да, Вобла, наверное, объехала уже, она хитро выебанная, сука. А не стоит до сих пор. Он, ебать, мегапозицию занял, ебать. Теку вообще тупо, да, нахуй, сейвит ТП, человека. Слышишь? На, нихуя себе, слышишь, с ноги ему, на, нахуй, 6 фрагов. Теква. Все, бира, нахуй, слышите, в основу. Рвет, нахуй. Ну. Ебать, а где? Вместо Вероса, ебать. Первый кандидат вместо Вероса, ебать. Думаю, он сейчас разы... Ну, Вобла это съебалось под водичку. Наряд под водой будет выходить. Все, вы никак не убьете. До свидания. Да, все. Ну я вы там ебать. Ну можете сверху, Вась, там, кстати, и Илья, кто там, нахуй, сверху можно. Она стоит на камне. Она не там стоит, нахуй. Да. Но она не утонет. Нет, я имею в виду заехать обратно на балкон и свалиться на нее сверху. Пускай реактивные двигатели перелетают у ебаную хуйню. Сверху на нее свались с этого балкончика обратно, нахуй, на голову. Да он не сможет свалиться, блядь. Захватывайте базу быстрее. Он сейчас бир. 43 секунды, вы не возьмете базу. Он бир, короче, свались, да, и на голову просто басы нахуй. А он не может свалиться, ты видишь, он в другом месте стоит. Да и на славу Украине.
Ля-ля, ебать там. Аннигилятор 2000, включай реактивные двигатели, блядь. Бар. Но тебя убьет, нахуй, он может стрелять по тебе, он убьет тебя. Перелетай, нахуй, это старый, ебаный. Он может стрелять. Я нихуя не вижу, если честно. Реактивный ранец, ебать. Ага-о! Давай, 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 давай! Ну это был Виталий 810. Реакция уже не та. По пальцам не слушают друг друга, блядь. Так хули там Балтика. Сейчас Витя они будут карту выбирать, блядь, молись нахуй, Алама будет по-любому. Давай, Балтика 9, ебать, из ящик уже ушел. Кто посмотрим, сейчас посмотрим, зашел кто-нибудь. Кто уже носом говорит, как Буратино? Давай, кто это? Перейди в середину, кто там уходит? Есть. Слышь, перейди в середину, кто уходит. Окей. Стас, ты здесь? Она здесь. Стас, ты просто космос, Стас, его, давай. Здесь все, Никита, Стас. Замут. Бля, чекай, ебать, еще одно, ебать, сейчас Google себе будет язык ломать, нахуй, никнейм. У Google же охуенный английский. Да. Почти как у меня, ебать. Все, ебать, Витя, ты готов к надыму, ебать? Надымнуть готов? А что такое надым? Что, ебанулись? Завод, ебать. Он нашот, ебать. Это они выбрали, что эту карту ебанутая? А? Ну что, ебанутая? Это они эту карту выбрали? Да. А что это? Стойте, а что у них за сетап? Больше 5 танков, что ли, нельзя брать? А кто такой ебанутый регламент придумал? Ну, они 5 ОБТ максимум они попросили. А, так 5 ОБТ или можно всего что угодно остальное брать, да? А да. Остальное все что угодно бери, да. Ну, максимум. Можешь 5 арту взять. А, то возьмите, пожалуйста, 10 воблок. Нормально пойдет. Сейчас они возьмут, блять, видите, нормально говори. Я реально говорю, возьмите 10 воблок. 5 АБТ обязаловка. Обязаловка. Возьмите 10 воблок, плиз. Это заебал 5 ОБТ, бери, короче, по-любому. А, так в любом случае... Да, в любом случае 5 ОБТ бери. Тогда возьмите... Так, что мы будем делать? Это регламент АМГ, блядь. Амахасана, амахасана, блядь. Тогда, короче, плиз возьмите 5 восьмидесяток и 5 воблок. Не, возьмите одного варика и 5, 4 воблок. Слава Украине. Казалось бы. А какой у нас респ? Это команда 2, это какой респ? Давай я поменяю, кстати, команду. Это хуй знает. Хочешь, я поменяю команды, говори. Так, скажите, пожалуйста, какой нижний рез? Это правый нижний. Команда 2, да? Да, это правый нижний, наверное. Все идеально, нахуй. Но это инфа не сотка, слава Украине. Слава Украине. Почему нас так много, не могу понять? Да ебать, однёрочки поставили, ебать, отдохнуть решили. А чё я ни одной воблы ещё не вижу? Медаль героя. А я одной воблы не вижу. Бля, в смысле ты видишь? Раз, два... 3-4 вобла у тебя. 4 вобла у тебя есть? Раз, ой, два, три, четыре, пять. Охуенно. Эй, однёрочки, ебать. Только один не взял варьёра. А Спартак у нас был на варьёре. Бери нахуй Спартак опять варьёра, я не понял почему. Сколько у вас людей вообще? Погоди, вы раз, заменили. Два, три. Сейчас посмотрим. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, вас 9 человек, и вас злой однёрку поставил, злой играл, он поставил однёрку. Спартак, ставь опять варьёра, нахуй. Тихо. Чё? Ты заебал эту азбуку Морзе, нахуй, подожди. Раз, два, три, четыре. Злой играл. Тихо, блядь, 5, раз, два, в обратную сторону, 3, 4. Одного человека просто нету. Да, потому что зло играл. Он сейчас однёрочку поставил, ладно, сука. Все, заебал. Все, варёного. Все, короче, Спартак поставил варёного. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, блядь, семь, восемь, девять, десять. Все, нормально, едьте. Угу. Едьте, блядь. Едьте, нахуй. Ебал. Другого надо, нихуя себе не... Идите поржать, да. Mm-hmm. Что-то тут на Пандерсофе пишут, типа, можно вот рождаться в ПВП. Да там есть, нахуй видос есть, ебать, ты чё, гонишь? Это дебилы, блядь, второй день, нахуй, возрождаются. Там уже видос, ебать, заснял пацан у нас. Я сука, целый день пытался сделать, у меня нихуя не получилось. Ого, а дальше в тренинге, короче, возродимся. У меня тут еще стрим идет, пиздец. Выключи, нахуй. Витя, прикинь. Это старый ком, слышите, у меня стрим, нахуй, идет, игра еще нихуя не лагает.
Витя, а тебе представляешь, когда у тебя, ебать, в роте будет 15 человек, ебать, какая-нибудь хуйня вот в армате помойки будет? Ебать, ты охуеешь, 15 человек. Да не будет у нас в роте 15 человек, блядь. У нас нахуй 10 еле-еле набирается, блядь. Не, ну а если бы правило будет там 15 на 15 замес клановые? Если только миллион гривен нарыло. По-любому будет так, по-любому, ты чё? 15 на 15, там же все захотят поиграть, понимаете? Так, блядь, что вы мне сказали, нахуй, про правый нижний? Это ебать нахуй герой Донбасса тебе сказал. Я тебе примерно нахуй дал азимут. Ну да, понятно, нахуй. На кавалерию навел, блядь. Да, блядь. Пиздец, а что тебе делать? Ну чё, куда едем? Какую, я думаю. Ну нормально, блядь. Пиздец. Это такой план Барбаросса был. Ну шо, 80-ки хуярьте на одна... Слышишь, так может кто-то вырядить? А все... А 4, одна вобла едет тоже на А9 с ОБТшками. И три воблы с Вариком едут на Д6. Я на Д6. Там меня надо убить, да? Мне надо убить. Сдохни, сука. Тварь. Завернитесь мне на автоприцеле, дайте плес. А на автоприцел уже на союзников не берется. Только не останавливайтесь, не дай бог. Вы ебать хуярите там. Я разобьюсь, короче, забейте. А что у нас делает Визель, блядь, вообще, алло? А, это ВБЛ, блядь, сори. Если это ебать. Что, почему это 80-ка тормозит? Ферзамут. Стас. Пожалуйста, по внутренней стороне, тебе не по внешней, тебя сейчас засветят, выебут. Вобла там сильно не налей. Кистя, кости, зия. Короче, какая-то костяная зина. Если там... Вобла, там кто-то стреляет по тебе? Нет, если там мало стволов, 80-ки... Бить варюра нахуй, стереть лицо земли, блядь. 80-ки, 80-ки пушки, 80-ки... Он сейчас отъедет, блядь. Пусти Зия, посвети, пожалуйста, 80-кам. Бля, говори, короче, ему его Сергей зовут, заебал. Сережа, вперед. Доктор Ремон, Сережа. Вы могли давно уже варюра, блядь, забрать. Как вы нахуй едете, блядь? Ебать, я разбиться не могу. 600 раз сказал, право чуть-чуть дайте, заберите варьюра, всем похуй. Ебать туда охуенно, ебать, Стас, люку поворачивает. Я не могу разбиться и смотреть за ситуацией. Спартак, конечно. Живи нахуй. Слава богу, блядь. Убить нахуй это, блядь, гамадрила ебаного. Особо не упарывайтесь, они на респе дефятся нахуй. Кто может по обли, дайте выстрел, чего вы все промазываете? Стойте нахуй, не кайтите, куда вы полетели? Все нахуй развернулись назад. Вы слышите, он говорит, не стойте, тормозите, блять. 80-ки нахуй, все, они задефились на респе, все нахуй развернулись. Вобла, вот здесь все собрались, вот здесь вот острове обратно. 80-ки все назад нахуй. Вобла, пусть и Зия пока постой, этот, прикроет ход этим 80-кам. Чтобы по него вобла под небо постреляло. Они все там в аналке сейчас стоят, они там все скатились. Короче, смотри, я смотрю сейчас, где они стоят. Вот эта горка, блядь. Я не знаю, в низине я не увидел никого. В основном. Он они заезжают тоже через базу, выезжают к вам. За горку, как только Ферзамут перекатит. Бля, ведь они на заводе, смотри. И Сережа, пожалуйста, едь вот сюда, вот пиздую, Сережа. 80-ки, пожалуйста, все возвращаются на горочку. Одна в область с 80-ком приедь, пожалуйста. Вот здесь вот на горочке будешь просвечивать. А здесь я Варик, то есть... Уйди, отсюда уйди. Варик, ты никуда не уезжай, короче. Вот здесь вот, чекай вот эту вот хуйту. Одна вобла. Вот здесь вот перетянись, от железки просвечивай, вот здесь вот заводи. Я беру. Это поехал. Окей. Остальные воблы вот здесь вот на C2, они D2. Они через захват едет. Играют, Витя. Блядь. Да, не мог поставили, ебать, Витя. 70 секунд. Я крою с их базы, ебать. Все, у нас никого на респе, блядь, я хочу знать, нет там никого, блядь. Тогда вы в этот вобла, вот сюда вот прокатывайтесь быстрее, сбивайте захват. Ебать, на заводе вобла не сдохни. Вон, ну я говорю, у нас сейчас на респе. Сейчас нахуй на респе оставим хуесосов, они, блядь, убивать будут в жопу. Быстрее упоролись на эту, блядь, воблу, только не умирая. Одна вобла, слышишь? Ты там никого не чекаешь, они уехали, давно не там светились? Там одна вобла плавает, давно, стоит. Давно. Чего, что он говорит? 30 секунд, Витя, блядь. Так едут, блядь, они что? Они не могут убить, ебать, нахуй, воблу, ебать.
Вобла, почему Вобла это не живая, блядь, под 10-80-х? А потому что на ходу все хуярят, я понял. Все, 4, 40 секунд, 20 секунд. Я не вижу нихуя. Тадрашка. Давайте, упарывай. Да все уже, 13 секунд. Сейчас он, Джасон... Блин, Воблы, упаритесь быстрее, Воблы, 8 секунд, Воблы. 19, 20, все, есть время. Не паникуйте, блядь, захват, это всегда нахуй на этой хуйне. Все, есть время, 12 секунд, все есть, во. Деку, карту не бойся, прям вкатуйте, ебите их в очко. Вот эти вот бросайте, уебуйтесь быстрее. 80-ки собрали, все упоролись. Две Воблы сзади от дымов, ебашьте их в корму, от дымов. Воблу убить. Воблу, Грохонатора убить, ебать. Теку, помоги. 80-ку, блядь, ебать. Сам должен забирать, блядь. Кто? Воблы закатились в корму от дымов, отстреливайте по ним. Теку, закатись. Да заедь прям нормально, блядь. Всё. Отвлеки нахуй. До рассушаешь. Катись, чтоб они начали разворачивать. Варик 700, его убейте. Теку, блядь. Я, блядь, этот. Да просто закатись, нахуй. Он КД, наверное, был. Должен был, блядь, закатиться и на себя ебальники поразворачивать. Просто вторанился, блядь. Все, одна Вобла сюда, одна вот сюда вот, а остальные встречают Абрамса 80. Слава Богу. Минус Вобла. Сдохнет? Да не, он не успеет. Да там костяная зая, ебать. Сейчас нормально. Все, вы убиваете этого Абрамса. О. Это диджей Еблан, блядь, был только что. В криминальных кругах известен как котях на ходу. Да? Ебать, они выбрали эту карту, сейчас еще раз выбирать карту. Они что, ебланы, нахуй? Сейчас наша очередь выбирать карту, последний раз. Сказал резко, нахуй, это же карта, резко меняйте. Спортсмен Север, нихуя, ебать. А сколько он от груди жмёт, алло? Блядь. Ну чё, там до последнего стоял, блядь. Он медведя до груди жмёт. Медведя? Ну это килограмм где-то 600. Серёга, отомсти за меня. Ага. Пауэрлифтер. Да нахуй. Это пауэрлифтер. Сейчас он всех разъебёт, смотри. Это пауэрлифтчик, нахуй. Ты чё, Теку, сколько ты весишь? Блядь, на 1000 въебал. Килограмм может 70-75. Вот он жмет, а другие 675 килограмм, нормально. Короче, то же самое все берем. Только Спартак, пожалуйста, не отца с вами так наваривали. Бодибилдер. Постараюсь. Ставьте, все, готово. Поехали. Спортсмен Север, блять. Охуеть, блять. Ебать там никнеймы, нахуй. Империон, ебать, Грохонатор, нихуя. Грохонатор, а. Диджей Лиф, самый топовый это Диджей Лиф, ебать. Ой, охуеть, блядь. Тупо Диджей Лиф. Самый топовый это Акинфеев. Не, мне самый больше нравится у них этот был, 810-го года рождения, Виталик. Вон он, кстати, вон он. Нахуй 183 года. Виталий, ебать, 18-10, ебать. Бля, это сколько ему лет, 810? 200, у нас это Илюша 170, 183. Чё еще раз я прослушал про себя? Да, говорю, слава Украине. Диджей Лин, блядь. Да вроде бы хорош. Виталя вампир. У нас в клубе чиксы танцуют, нахуй. Чёрные глаза. Поминаю, умираю. Ебать, они жесткие, нахуй, сука. Ты чё, крайнюю каточку, да? Да. Виталя, и чё, ебать? И чё? Короче. Чё делают? Всё? Завязывать или каких-нибудь посерьёзнее, ебать, искать? Бля, я просто на работе уебал. Вообще, говорю, посерьёзнее кого-нибудь искать или чё делать? Да етиков. Только вы шучтите, ебать, найдите у себя кэпа, который будет вами, блядь, нахуй, распоряжаться. Мне зарплату платите, если что, ребят? Ну, пусть Денчик нахуй команда. Хуенчик. Да, Денчик. Где-то, ну, я не в голде беру, если что. Все, не уебывайся, давай, полюби последний бой.
Блять, аннигилятора 2000, вот она... это не к добру. В команде 25 капов, ебать. У нас, да, у нас, блядь, каждый второй капитан. Так, ля, что будем творить, слышите, пизда вам, как бы они не пожилые. Ля, смотрите, что будем вытворять, пизда нам. Короче, все 80-ки тупо хуярят вот сюда вот, и с ними одна в облачко. Остальные 4 вобла и варьер просто упарываются на воду. Просто нахуй упарываются. Да им пизда, ебать они сейчас нахуй наложат, блядь, в штаны нахуй. Блин. Бля, я вот думаю, может ими 80-ку послать туда еще одну? Одну 80-ку, а варьера с 80-ками шли наоборот. Да не, нахуя не надо. Одна 80-ка, упади на воду с 3 воблами и вариком. Одна 80-ка, последняя, которая будет ехать. Фер замут, вот ты нахуй, короче, упади, плиз. Славка. Пизда тебе нахуй. Нахуй, парень. А, ну все, блядь, читы. А, мне на кумулину выебали 800, я понял. Один АФК у них. Ну и шо, нахуй, там похуй. Того ебет чужое счастье. Вообще-то едем, едем, вообще похуй, шо. По идее, да? Понимаешь? А шо мне нахуй стали на нашу стопу? Или нет, ебать, чего гоните? Она сейчас разъебет Серегу. Стрелять не умеют, нахуй. Ебал, 80-ки, алло. Алло, так мы стратус спалили, чё, перезапуск, что ли? Да какой перезапуск, слышишь? Проблемы негра, шерифа не ебут. Нахуй не надо, блядь. Воблы, вы там никого не видите, пожалуйста, быстрее перелезайте, нахуй, дышло вот этим воблом, не отпускайте ни в коем случае. Быстрее на перехват, нахуй, план перехват, план кнопкат. Блядь, все попадали, полетели куда-то. Вы должны были все на вобле и с воблой... Бером, нахуй, все абсолютно упороться сейчас вчетвером, нахуй, на варика и на вобла. Они сейчас уйдут. Не, вам срочно, пацаны, надо играть на вобле, блядь, и учиться с нее попадать. Вы почему хуперетио? Хуперетио, ебать. Кто живой по 10 плазит? По друг другу хуярят, ебать, теку наем. Варика не отпускайте, отрезать голову. Славкой. Сосац хуац. Все, нахуй, или летите, нахуй. Вы в большинстве тупо, вот здесь вот воблы, все нахуй тупо упарывайте, все. Воблы, а 80-ки через заводик аккуратненько, так как в прошлом бою. Просыпную, со всех сторон сбивать и бадик в захвате. Камон, everybody, суки, бляди. Снова не своим ебучим захватом, обезьяны. Сейчас вообще-то Виталя порешает, ебать. А, Виталя уже дохлый, блядь. Ну все, пизда. Быстрее, воблы, не тормозите, сразу в корму заходите. Мне кажется, сейчас принимать будет. Сейчас 80. Не, ну сейчас 80-ки заеду, не на это, сагрит их на себя. Вот этот Джасон Верхус и еще кто-то. Нахуй ты так упоролся? Тебе надо от машинки стать от борта и просто и выебать этого Арзаея, нахуй этого. Ферзамут, куда ты поехал? Тебе надо было убить. Вот там воблы, бать, на базе. У них воблы на базе. Две воблы пошли убили. Воблы обоссали их. Варёны, да, Гир не едет с ним. Хуперенит, тюра. Убейте, он шортный, 500 кп. Ебать, Вить. Там почить еще успевает. Вить, англичанин, ебаный, ля. Ой, блин. Вот этот Илюша сейчас сзади выкатится вобла. Да она там уже не выкатится, ебать его в рот, господи, Илюшка. А Джасон Вурхернес, нахуй. Он страху в землю ебанул. Арестуйте его, нахуй. Зачем ты только что стрелял? Джасон Кабочине, блядь. Залагал, мегабутеры пиздят. Джасон Кабочине, блядь. Илюша, я говорю, надо на другой стороне. Да Люша Погу, хуяри, что, кого? На скеле, нахуй, по киберспорту, маневры исполняют. Так, нахуй. Кусая зая, блядь, вот летит. Убивай его, нахуй. А не бойся, выкатывайся, что ты там с ним играешь, вот эти детские игры, блядь. Давай, нахуй, помоги. Падай, нахуй, как с партии. Ебать ты там, натуре его, Бэтмен. Ебать ты, Бэтмен, натуре. Нахуй, ебать. Два спортсмен север хуярит, алё. Thank you very much, ебать. Ебать, какие стрелки я ебу, нахуй. Про вас только фильмы, блядь, снимать, нахуй, попадите хоть раз, блядь. Похуй, не попадает, все равно, блядь. Все, короче, рано просто, так, да?
Пиздец, убейте его, блядь. Он живой до сих пор, что ли? Да это смерть, ему похуй. Он что, реально живой до сих пор? Да, блядь. Там нахуй 100-метровку за 3 секунды бегали. Короче, я теперь по-взрослому, ебать. Кто хочет, короче, полевики по-любому нужны будут. Кто хочет полевиться, только без такого базара, ебать, как сейчас. Поэтому пишите все, мне. Все, или иначе все, я буду, да? Буду в такой, да, все. Все, сразу сейчас все разбежались, ебать. Все, давай, я спать пошел. Давай, иди, ебать. Ты полевить будешь скоро. Какая ночь, малыши. Угу. Все, да, командир, можно разойтись. Слава Богу. Ну такой, ебать. Для полной радости, ибо не хватает пиздец кого-то получить, на самом деле. Бля, да вот, нет, вот, ну... вот для чего нужны, сука, эти бои, нахуй. Вот, по фанчику покататься, блядь. Ну да. Это пиздец, я не знаю. О, Ляшу подлетело. Шо? Здравствуйте, пожалуйста, ответьте на несколько вопросов о Armored Warfare. Это...